Смотрите рубрику «Лайфхак» каждый день с понедельника по четверг в программе «Утро на колесах», и вы будете знать, как из бесполезных вещей сделать что-то хорошее и даже полезное для дома. А сейчас мы хотим передать слово нашему корреспонденту. Корреспонденту, да. Ирине Шель, которая поделится с нами хорошими новостями. Вы знаете, что замечательно. Ирина не успевает набирать хорошие новости. Она сейчас собирает, копит. На самом деле она копит положительную энергетику. О, уже нашла. Давайте, Ирина, тебе слово. Этого человека. Давай. Сейчас. Доброе утро, наши любимые телезрители. Это рубрика «Хорошие новости». Я Ирина Шель. А со мной рядом, я прям нахожусь в компании, очень красавца мужчины, можно сказать. Ну, представьте же, как вас зовут? Меня зовут Борис Белозеров. Ой, замечательно. Борис, скажите, пожалуйста, какие у вас сегодня хорошие новости? У меня очень хорошие новости. Я сейчас заправляюсь и еду, у меня сын снимает гипс. Ой, как надо здорово. Не опоздать. Мы желаем вашему сыну скорейшего выздоровления. Спасибо. Передавайте свои приветы. Спасибо. Приветы спасибо. Кому? Семье? Привет. Семье, ну и семье сына привет, семье ага. дочери привет. А друзьям? Ну, друзей сразу как-то всех не вспомнишь. Ну, можно и друзья моим. Те, кто вас узнал, я думаю, таких да. людей много. Очень приятно. Я знаю, вы торопитесь, вам хорошего дня, отпускаю вас, спасибо за ваши спасибо. Хорошие новости. Всего хорошего. Вот так, ребята. Саш, ты из какого района? Я из Зеленоградска. Ты из Зеленоградска, это действительно да. так? Серьезно? Да? Да. Понятно. В Зеленоградске бывают пробки? В Зеленоградске не то, что не бывает пробок, в Зеленоградске иногда не бывает машин. Поэтому там просто такой перекати-поле. Если вы хотите поле, погулять всегда. По дорогам, и чтобы вам никто не мешал. Нет, бывают, кстати, пробки в Зеленоградске летом на выезде, когда все едут с косы или, собственно... Ну, все эти пробки мы знаем, да, или когда да. А фестиваль салютов устраивают. Да, да. Ладно, слушай, а что у нас с пробками самая на дорогах? Самая последняя информация по пробкам, актуальнейшая информация, это Киевская улица в Балтрайоне, вплоть до Южного вокзала стоит просто... Горит красным пламенем, я бы сейчас закосплеил кого-то. Люди действительно подписываются под хэштегом «Все стоит», и это не слава богу. Вот, батальная стоит. Весь Балтийский район парализован, собственно, в транспортном таком вот... Коллапсе. Коллапсе, да. Мини-коллапсе. Если, смотри, если даже что-то улица, есть, даже проспект сказать, Мира что? Немножко уже стоит. Да, да, немножко он, собирается он всегда пробка. Простаивает в это время. Уважаемые редактора, если есть какая-то актуальная информация по пробкам, можете сейчас сказать, мы передадим прямой эфир. Уже пауза, друзья мои, а после паузы еще много всего интересного. Не перебивайте.